Те, кто только что присоединился, мы находимся на тест-драйве babadoo.ru. Здесь тест-драйвы колясок. Ну, а вот прям вот в этот стенд, это, я прям читаю, растущий регулируемый стул. Вот такая вот вещь. Здравствуйте. Можно с вами познакомиться. Как вас зовут? Юрий. Юрий, что это у вас здесь такое представлено? Регулируемый растущий стульчик, конек, горбунек. Это отечественное производство? Да, 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 это российское производство, полностью российское, то есть он производится у нас здесь. И, ну, чем он так уникален, что вы его... Он растет вместе с ребенком. Да, 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 он регулируется, то есть для детей от полугода и для взрослых детей... Это... Взрослые, это до 18 где-то? Так? Я думаю, даже и старше. Вот, отлично. Стоимость, вот я вот смотрю, как раз 6,90, да? Да, 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 да. Но со скидкой, которая сейчас действует, стоимость составляет 5,261. 50 копеек. Да, 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 да. Без этого никуда. Вот, отлично. Ну, можно посмотреть, в каких они есть цветах, оформлениях. Пожалуйста, кто из звезд, я смотрю, пользуется этим стульчиком, пожалуйста, обращайтесь. Это можно увидеть на стенде. Ну и купить на babadoo.ru, да? Да, да, естественно. На Babadoo продается, и это еще не все цвета. Остальные цвета еще здесь представлены. Это пока только выставочные варианты. На Babadoo можно ознакомиться также с остальными, плюс еще подушки, столики для стульчиков и ограничители для уж совсем маленьких детей. Спасибо. Спасибо большое. Мы пойдем дальше.